Останніми тижнями неабиякого резонансу набула тема бездоріжжя на Миколаївщині. Конкретніше, йшлося про залишки траси Н-11, яка веде до Дніпропетровської області, починаючи з Баштанського району через Новобузький та Казанківський. Водій автобусу, що ходить рейсом Нова Одеса-Дніпропетровськ, Ігор, вже так довго їздить цим маршрутом, що звик і ставиться до того, що колись можна було назвати дорогою по-філософськи, без криків та зайвих емоцій. Просто констатує, щотижня, максимум через 10 днів, автобус стає на ремонт. Необхідно замінювати цілі фрагменти підвіски. Реально він вариться, передок рвет, все по-живому рвет, ставиться новий метал, йому вириває з корнями. Даже с учетом того, вида, вот как я еду, я вроде стараюсь аккуратно, знаю, кабани друга, но все равно, он просто не выдерживает, здесь ничего не выдерживает. Поэтому, какие еще тут можно сказать комментарии, я не знаю. Ну, ездим, да и ездим. Хозяин этого маршрута, именно этого автобуса, ездит в убыток. Для примера, чтобы было просто как-то там где-то понятно, вот, допустим, вчера я проехал в минус 1700, в минус. Соляры уходят на 1900, я вчера заработал, чтобы знала, что нала, вместе если сложить, заработал 272. Вот вам и заработок. Закрыть рейс не дают, потому что так... Никто на него сейчас не станет, на такой дороге никто свой автобус сюда не поставит. Этот автобус здесь ездит уже 4 года подряд, день в день. За исключением тех дней, когда надо стать на ТО. Вот, в принципе, расстояние одно и то же. С Днепропетровска до Белого Рога, с Белого Рога до Николаева. Разделено напополам. Там я доезжаю за 2 часа 2.20 максимум с Белого Рога до Днепропетровска. С Белого Рога до Николаева еду 6-6,5 часов. То же самое расстояние. Можно вон у фур колеса отлетают, просто вывалены. Не в этой, вчера видела за глаза, просто колесо валяется рядом. Як у нас кажуть, корови, коли виходять з ями, б'ють морди. Приїдьте до нас, подивіться на наші дороги. Я їжджу дуже багато по Україні і хужих дорог, чим в Миколаївській області, я не бачив ніде. Про те, що на Миколаївщині найгірші в Україні дороги, нам говорили часто. А від Баштанки до кордону з Дніпропетровщиною, мабуть, найгірші в нашій області. Дехто з водіїв, напевно, приймав відеокамеру на штативі за обладнання геодезистів. Тому була і така реакція на зйомку. І що ж це буде? Дорогу будуть робити чи що? Взагалі цю дорогу називають... Сказати, як її називають? Ну як? Направлення. Вот так, на це з якого боку в який? З без різниці. Я не удивлюся, якщо навіть вони, ну зараз вони її, понятно, робити не будуть. Якщо навіть вони почнуть її робити весною, ну не дивлюся, якщо ці жуліки, бандюки, почнуть її латати. Це буде взагалі приділ. Приділ буде всьому. Я не удивлюся, там Баштанка вже латає. Починають латати. Що там латати? Ну толку, що вони засипали щебенкою. Ось от посадки, воно ж ну роздавиться. Ну. Куди по цій... Горну танком усе і заново стелить другу. Практично не можна провести больного чоловіка до обласної лікарні. У нас люди вмирають, це напоминає геноцид. Ми просто говоримо, геноцид був колись Сталіна, а зараз геноцид наш. Тому що практично ми обрізані від цього. Ми вже два рази питались перекрити дорогу, нам обіцяють, але ніхто нічого не робить. При цьому версія про те, що дороги такі погані через великі вантажівки, підтримується не всіма. Я їжджу не тільки по цій дорогі, я в свої вихідні їжджу в Одесу, в Київ. І дороги, які построєні вже 7, 5, 6 років назад, по ним їздять ті ж грузовози намного чаще і більше, ніж тут. І ті дороги, як були 7 років назад, такі вони в ідеальному стані є. Ми в'їжджаємо зараз в Дніпропетровську область, буквально вон, через 3 часа, і все одразу становиться явним. Тобто починається нормальна дорога. Можна вже їхати хоча б на 4-й передачі. Дай Бог, щоб хоча б одна поважна людина сюди приїхала, чи прем'єр-міністр, чи голова нашої Миколаївської адміністрації, чи президент, щоб просто проїхався, подивився, пройшовся, послухав наш український народ. І що він думає, і що він скаже? Принаймні, обласне керівництво в курсі.
Голова облдержадміністрації коментував ситуацію у нашій студії. Ситуація достатньо складна, що стосується дороги Н-11, що стосується дороги Ніколаїв-Кіровоград. Там не лучша ситуація, но тем не менее для нас сейчас важно, чтобы эти дороги не были закрыты и чтобы транспорт мог двигаться в этих направлениях. Поэтому принято ряд важных решений на уровне обладминистрации, также на уровне Укравтодора, даны поручения областному автодору для того, чтобы провести в кратчайшие сроки некапитальные, к сожалению, ремонты отрезков дороги Н-11 со стороны Днепропетровской границы от Казанки до Нового Буга и от границы до Казанки. На данный момент уже сформированы бригады, 7 бригад, завезено часть материалов для того, чтобы приступить к работам. Сейчас температурный режим позволяет для того, чтобы выполнить данные работы. Опять-таки, я повторяю, не капитальный ремонт, это ямочный ремонт, который крайне важен и необходим для того, чтобы была проезжая составляющая данной дороги. Но эта ситуация не спасет, конечно же, дорогу в целом, и нам необходимо планировать бюджет 2016 года. Я не говорю сейчас только об областном бюджете, а о государственном бюджете. Но неоднократно направлялись письма на кабинет министров по поводу выделения средств из резерва государства, но пока данный вопрос рассматривается. В 2016 году я все-таки надеюсь, что при поддержке народных депутатов, которые сегодня крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся на дороге Н-11 и дороге Николаев-Кировоград, вот, мы сможем получить из государственного бюджета средства на ремонт и строительство дороги. 139 километров дороги Н-11, которые пролегают через Николаевскую область. В этом году мы выполнили работы, что касается участка от Николаева до Баштанки. Работы выполнялись в долг. Выполнено более чем на 20 миллионов. Сейчас эти долги постепенно гасятся. Про стан траси Н-11 йшлося і в одному з нещодавніх випусків нашого ток-шоу «Контраргумент». Это реально очень острая проблема с трассой Н-11. И это не проблема только Баштанского, Набузского, Казанковского района. И это не только проблема главы облгосадминистрации или его первого зама. Это проблема всего общества. И проблема в том, что начиная от того, что последние 20 лет не вкладывалось в развитие дорог, в их эксплуатационное содержание. Проблема в том, что не хватало вечно бюджета. Проблема в том, что не проводились ремонты. Я просто хочу сказать, вот на сегодня эта дорога, за которую мы говорим, Н-11, это относится, в общем-то, ко всем дорогам просто нашей области, ну и не только нашей области, но Н-11, она сегодня, наверное, в самом худшем состоянии. Это дороги, в общем-то, государственные, да, они относятся к Укравтодору, финансируются за государственный бюджет. На сегодня, к сожалению, или, ну, так построено наше бюджетное взаимоотношение, что глава облгосадминистрации не распоряжается бюджетными средствами, ими распоряжаются центральные органы власти. Есть механизмы сегодня воздействия области и главы облгосадминистрации на центральные органы исполнительной власти. Но поверьте, все эти механизмы сегодня реализуются. На сегодня, смотрите, вот стала проблема о том, что, или как резонанс, что было перекрытие дороги в Новом Буге. Весной эта дорога была тоже в плачевном состоянии, но она была в намного лучшем состоянии, чем сейчас. Или сейчас она в намного худшем состоянии. Вот мне кажется, что нет. Здесь есть... А? Ее там просто нет, совершенно правильно. Из 139 километров по Николаевской области, от трассы Николаев-Днепропетровск через Кривой Рог по Николаевской области, тут 139, 36 километров полностью потеряли несущую способность. Вот на сегодня, вот за лето, ее не стало еще больше. У меня как бы навязывается вопрос, вот весной, летом,
Никто не перекрывал дороги, когда было интенсивное движение автомобильного транспорта. Никто грузового транспорта. Ну, я имею в виду те общественники или те люди-активисты, которые сегодня в Новомбуге там перекрывают дорогу. Прошли металлисты все, проехали все зерновики, убили окончательно эту дорогу. Выходили, ведь были попытки тех служб, которые должны этим заниматься, выставить весовые комплексы. Под давлением этих активистов общественности, там было и противовес в виде дорожного контроля тех людей, которые ездят на легковых автомобилях, которым не нравятся эти разбитые дороги. Но все-таки, видя неравенство сил и не желая идти на конфронтацию с народом, который кем-то подогревался, не были выставлены эти весовые. Это еще усугубило ситуацию с дорогами. Як відомо, жителі Нового Бугу неодноразово перекривали трасу Н-11 з метою привернути увагу до проблеми, яка стосується не тільки їх. Ми питаємося законними методами. Ми два рази виходили на предупредительні забастовки, але це нічого не допомагає. Ви подивіться, дорога все глибше і глибше уходить під землю. Ми стоїмося без дороги. Давайте нам якусь там санітарну авіацію сюди, давайте, щоб ми больних вивозили з цього району. Давайте щось нам дайте. Приїде хай президент до нас, чи глава нашої обласної адміністрації подивиться. Ця траса дуже загружена. Сюди йдуть всі контейнери з Южного порта, з Ніколаївська. Сюди весь метал йде з Криворога, сюди все йде машиностроєння, плюс щебінь йде сюди, плюс зерно йде. Така дорога у нас не вперше. Ми бачили дорогу в 2001 році, дорогу Ніколаєва-Одеса, яка приведена порядок и отремонтировано. Поэтому я знаю, что мы отремонтируем. Деньги из бюджета мы получим в 2016 году и сделаем нормальный капитальный ремонт. Сейчас нам главное восстановить ту часть, которая практически не проезжаемая, потому что вы видите, что транспорт двигается по полям. Да, по полям. Нам надо восстановить эту часть. Для этого мы уже приобрели 2500 щебня, который будет, соответственно, направлен на ремонт данной дороги. Вот. Но в целом проблему необходимо решать более глобально, потому что данные проблемы и в других областях, в Херсонской области, в Одесской области, нам необходим региональный фонд дорожный, который будет наполняться из бюджета области с определенных налогов, и мы будем знать, что мы можем это использовать. Министр инфраструктуры буквально несколько дней назад заявил о том, что для того, чтобы восстановить дороги, необходимо годы и миллиарды гривен, долларов по Украине. Вот я часто уже говорил и буду говорить о проекте дороги Львов-Кировоград-Николаев-Херсон, который финансирует Мировой банк, 650 миллионов, и мы попадаем в этот проект. Поэтому, что касается дороги Кировоград-Николаев, по предварительным данным, в апреле месяце начнется строительство данного проекта. И это уже будет новое качество дороги, бетонное основание. Вот такие дороги должны быть в Украине. Но поэтому нам еще... задоволение. Конечно. А поверьте, что то, что мы ремонтируем, ямочный ремонт, это тоже очень дорого. Но это некачественно, и практически каждые два года необходимо ремонтировать заново. Поэтому лучше один раз построить, и эти дороги будут служить долго. Но для того, чтобы они служили, необходимо, чтобы мы еще и сохраняли эти дороги, и научиться сохранять. Поэтому, опять-таки, в этом году... По информации с Министерства инфраструктуры будет закуплено порядка 100 весовых комплексов стационарных, которые смогут быть размещены на дорогах Украины, и, соответственно, весовые комплексы должны работать и контролировать, совершенно верно, и контролировать груз на транспорте. Ну и, конечно же, разгружать наши дороги, это железная дорога, это водный транспорт, который также необходим. Про обласні державні адміністрації діє спеціальна комісія, саме з вирішення проблем цієї дороги. Увійшли до комісії представники органів виконавчої влади та місцевих рад, громадські активісти. Проводяться і виїзні наради, як цими днями в Баштанці. Офіційна причина доведення доріг до такого стану надзвичайно банальна. Денег нету, а без денег делать дорогу дуже сложно. Поэтому ми, як адміністрація, сьогодні проводим рабочее совещание,
чтобы не говорить, а что-то делать. Делать в направлении дороги Н-11, в направлении Николаев-Баштанка, Новобух-Казанка, Крыловок-Небедровск. То есть эту трассу Н-11 мы берем сегодня общими усилиями, задачами, которые поставим перед собой, реализовать эту программу для возможности проезда. Приїхав на зустріч і народний депутат України Андрій Вадатурський. Він вже виходив з ініціативами щодо впорядкування процесу ремонту і будівництва доріг. А цього разу активісти неодноразово згадували обіцянку, яка прозвучала понад півтора місяці тому під час візиту на Миколаївщину президента України Петра Порошенка. Про те, що на ремонт доріг області буде найближчим часом виділено 52 мільйони гривень. Это не я обещал. Я хочу сказать, что это пообещал президент. Да, вот мы, я сколько писем написал и в Кабмин, и президенту в том числе. И президент пообещал, я считаю, вот ну хорошо, что может быть выше еще этого обещания? Да, вот куда дальше? Президент пообещал, но ничего не произошло, к сожалению. Деньги так автоматически у нас в стране не, после даже обещания президента не выделяются. Поэтому я начал заниматься, начал писать письма. В итоге мы нашли источник. 52 миллиона гривен, это я просидел час с министром финансов, мы нашли этот источник. Але для того, щоб отримати ці кошти, потрібно ще побігати по кабінетах та назбирати погоджень. Не стільки як підсумок цього дня, а просто була озвучена під час наради інформація про зняття з посади керівника служби автодоріг області Валерія Блошенка. А поки що вирішено розпочати роботи із забезпечення проїзду по трасі у вищезгаданих районах. Йдеться про наведення мінімального ладу, щоб не було занадто глибоких ям. Тим більше, що ремонтуватимуть у борг. Грошей ще треба дочекатися. На даний момент ми зустрічаємо техніку, яка приходить з сусідніх районів. Зараз прийшов екскаватор з Миколаєва, працює два крази, вже почали возити щебінь. Сьогодні приходить ще бригада з Миколаєва, 10 чоловік приїжджають, приїдуть ще чоловік 5-6, Южноукраїнська бригада і чекаємо Єланівську бригаду. Тобто ці всі три бригади, які їдуть нам на допомогу, вони будуть робити ремонт в направленні від Новобуга до Баштанки. Також будуть йти в сторону Новобуга Казанки. На сьогоднішній день напрямок від Казанки до в сторону Кривого Рогу, тобто до границі з Дніпропетровською областю, там дійсно дорога дуже взагалі в дуже поганому стані. Особливо нас хвилює сьогодні інженерні споруди, ті, які на ставках, це мости. Тому що там взагалі йде розмив і основи вже немає. І ми дуже турбуємося, що якщо ця дорога сьогодні не буде, сьогодні-завтра, мається на увазі, ось до кінця року не буде зроблена, взагалі не буде транспортного зв'язку. Весною, квітні місяці ініціативна група, створена при Баштанській рададміністрації, це підприємці, в основному перевізники, які свої кошти зібралися своїми коштами і дали можливість облавтодору відремонтувати частину дороги Баштанка-Миколаїв. Але залишився участок між Виноградівкою і Мар'янівкою, який так і не доробили. Наступна нарада з підбиттям попередніх підсумків відбудеться у четвер, 10 грудня, в Новому Бузі. Летом здесь вообще катастрофа. Люди сознание теряют, сердечные приступы, потому что жара, машина на первой-второй передаче, вот это вот, ну это дурдом. Сейчас чуть попроще. Ну снова, сейчас начнется гололед, дожди, туманы, свой прикол.